Представьте себе, что вы сидите на служении, где так жарко, что вы замечаете, как люди вокруг вас теряют сознание. Именно такую ситуацию пытается решить адвентистский колледж Лоури. Этому учебному заведению на юге Индии уже 108 лет, и здесь используется комплексный подход к образованию. Мы ежедневно молимся с ними, мы проводим консультации, мы также изучаем их семейные нужды. А если в доме кто-то болеет, мы молимся за этого человека. Чаще всего мы изучаем с ними Библию, так как у них много вопросов по Священному Писанию. Поэтому в первую очередь мы печемся об этом. Преподаватели очень помогают, обсуждая с нами то, что мы должны делать в нашей христианской жизни. Они так помогли мне улучшить мой характер, а также развить мои академические навыки. В этом году в адвентистском колледже Лоури обучается 2156 студентов. Уже почти 60 лет они проводят собрания в старом актовом зале. Здесь проходят молитвенные собрания, духовные встречи и субботнее богослужение. В этом же здании проводит служение английская церковь Лоури Мемориал. Студенты из разных религиозных кругов развивают здесь свои лидерские качества, участвуя в церковных программах. Они не знают об Иисусе. Они не знают об адвентистском образе жизни. Но мы не отталкиваем их, мы задействуем их, а затем обучаем их. Мы являем им любовь Христа. И благодаря этому многие студенты пережили положительные опыты в Лоури. Я выбрала этот колледж, потому что он дает нам возможность отдыхать по субботам и в то же время помогает нам духовно расти, что необходимо для нашей повседневной жизни. Студенты делают все с большим энтузиазмом, и это чувствуется за пределами кампуса. Наши члены церкви горят желанием служить не только внутри церкви, но и за ее пределами, чтобы приводить больше людей. Этот колледж помог мне возрасти духовно, привлекая меня к различным молодежным мероприятиям и посещению людей. Например, детских домов, где мы молились за них и рассказывали об Иисусе Христе. В субботу здесь собирается более 650 человек. Но здание старое и слишком маленькое, чтобы вместить всех. Более того, оно постепенно разрушается и представляет опасность для студентов. Летом здесь становится слишком жарко. У нас есть студенты, которые падали в обморок, так как кондиционеры и вентиляторы не справляются. Ведь над нами жестяная крыша, которая ухудшает ситуацию во время жары. Кроме того, когда идет дождь, она протекает. Из-за этого портится мебель, а вокруг растут плесень и грибок. Мы молимся о том, чтобы у нас была посвященная церковь, которая помогла бы нашим детям учиться и изучать Слово Божие, возносить хвалу. Они будут приближаться к подножию креста, и мы хотим, чтобы эта церковь стала большим благословением в этом кампусе. Пожалуйста, молитесь за студентов и преподавателей адвентистского колледжа Лоури. В этом квартале часть ваших приношений 13-й субботы пойдет на строительство новой церкви на территории колледжа. Благодарим вас за щедрые пожертвования.